В субботу, 16 декабря, в Сочинском цирке состоится премьера новой новогодней программы. Арена будет вся в белоснежных тонах. Сказочные декорации вместе с признанными профессионалами циркового искусства помогут погрузиться и взрослым, и детям в зимнюю сказку и раскрыть тайну ледяного замка. И могу вам сказать честно, я уже почти 60 лет работаю в цирке. И я бы заново родился, я бы сказал, хочу в цирк. Очутиться в сказочном цирковом мире помогут акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты, джигиты, африканские леопарды, медведи, озорные пудели и грациозные лошади, которые готовы удивлять самыми невероятными трюками и неожиданными сюрпризами. А вот этому гималайскому медвежонку только полгода, но он уже претендует на выход к зрителям. Веселую праздничную атмосферу поможет создать клоунский дуэт заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания Алан Бутаев и Сергей Блохин. Дети и женщины – это самый отзывчивый зритель. Мужчины более закрытые, они сдерживают свои эмоции в отношении там, чего-то такого интересного, да, и они более суровы. Но и все равно их заставляем и улыбаться и радоваться жизни. Артисты уже покорили зрителей Японии, Италии, Германии, Испании, Австрии, Канады, США и других стран. Ну а новогоднюю сказку традиционно дарят российским детям. Премьера в Сочинском цирке 16 декабря. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.